Напомним, по распоряжению губернатора Брянской области Александра Богомаза, сотрудники медицинских учреждений, которые вступают в непосредственный контакт с пациентами с диагнозом коронавирусная инфекция, в целях безопасности были размещены в одном из санаториев Брянского района. Настроение рабочее. Люди работают, настроены на работу. Отдыхают в нормальных условиях. Впечатления самые положительные от территории, от условий пребывания. Все организовано по высшему классу, доктора довольны. Сейчас на территории пансионата «Сосновый Бор» находится порядка 70 медработников. Для врачей это возможность перевести дух перед очередной сменой. Нас сюда привозят после работы и отвозят нас на работу. Здесь все в этом плане очень хорошо организовано. Также у нас здесь полноценное трехразовое питание, что также исключает те моменты, когда ты приезжаешь после работы, уставший, и вместо того, что ты идешь готовить, ты можешь здесь поесть и отдохнуть. Условия проживания совершенно стандартные для любых посетителей Соснового Бора. У нас отдельно стоящие домики. Домик полностью автономный. Телефон, Wi-Fi, все у нас работает в штатном режиме, телевизоры, все, да. Несколько завтраков, поскольку одни уезжают со смены, другие приезжают. Все это в разное время, поэтому мы подстраиваемся под их время. Люди очень довольны. Условия проживания хорошее, питание прекрасное. Досуг организуется, там есть и бильярдные, и велосипеды, и квадроциклы. Люди гуляют в лес, ходят по территории. В общем, люди положительные отзывы о проживании. Но важно помнить, сейчас для медработников куда важнее комфортных условий помощь каждого из нас. Как врачи, мы вас просим, оставайтесь дома для того, чтобы нам не приходилось приезжать сюда, а мы могли находиться вместе с нашими семьями.